Упростить, если не работу, то хотя бы сократить бумажную волокиту должны современные технологии. Да-да, капитальный ремонт, а точнее квитанции за его оплату теперь будут существовать в электронном виде. С инициативой создать мобильное приложение выступили неожиданно в фонде капитального ремонта. По словам специалистов, цифровые вариации документа будут удобны для клиентов и, помимо прочего, помогут сэкономить. На данный момент в нашем регионе 690 тысяч плательщиков за капремонт. И лишь на изготовление и доставку старых добрых квитанций из бюджета области уходит 20 миллионов рублей в год. Когда жители региона смогут опробовать нововведение, пока неизвестно. Также покрытым раком и техническая сторона вопроса, как именно будет работать новое приложение.